Отправляетесь на поиски новых приключений? Ривелем. Любопытное место. Ривелем. 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 Акция. Ривелем. Ривелем.
Акта! Инсейнтер! Экспеллиарнис! Левиос! Ревелио! Какая приятная встреча, мой юный друг! Ревелио. Ревелио.
Ривелио. Инсентив! Вы и представить себе не можете, как неудобно было путешествовать, пока я не изобрела летучий порох. Я боялся, что трансфигурация будет слишком сложной, но оказалось у меня... Напомни, пожалуйста, что делать с хитроумными ключами? Заметив или услышав летающий ключ, следуй за ним, и он приведет тебя к шкафу. Самое сложное — это вставить ключ в замок. Надеюсь, тебе удастся проследить за парой-тройкой ключей, открыть шкафы и узнать, что там внутри. Я попросил Амита Такара поднатаскать меня по трансфигурации, но он отказался. Ривелио! Люмос. Вы где? Прокрались мимо меня? Ривелио. До сих пор не могу трансфигурировать. Ривелио! Инсенсия!
Жалко передать записку. Эй, это я, Гаррет. Есть разговор. Ты звал меня, Гаррет? Звал. Поскольку ты помог с пером Вупера, то я подумал, что ты здесь сможешь мне помочь. Я придумал напиток на основе летучих шипучек, но мне не хватает основного ингредиента. Ха-ха, откуда у тебя только берутся идеи для всех этих зелий? Это настоящий дар. В общем, я думаю, что главный ингредиент летучих шипучек — сушеные жало веретеницы. Они хранятся под сладким королевством. Я бы и сам сходил, но тетя Матильда следит за мной. Считает, мне нужно думать о зельеварении, а не о творчестве. Так что предлагаю тебе пробраться в подвал магазина и прихватить несколько сушеных жал веретеницы. Ну, не знаю, Гаррет. Тайный проход в подвал... Ох, не было бы проблем. Не беспокойся, это абсолютно законный проход. Я бы и сам пошел. Проход скрыт за статуей одноглазой ведьмы в коридоре третьего этажа. Коснись ее палочкой и скажи «Десендиум». Ты просишь меня украсть их из магазина? Мерлин, я же не прошу тебя ограбить Гринготс. Магазин не обеднеет, а мне хватит и пары штучек. Это всего лишь ингредиент. Никто даже не заметит, поверь. Может, попросишь кого-нибудь просто купить их тебе? Они не продаются, а подвал могут запереть. Так что надежный путь туда и обратно через тайный вход. Сделаю все, что смогу, Гаррет. Отлично. Если поможешь, я разрешу тебе первым попробовать мой напиток. Интересно, удастся ли убедить Амита помочь с домашкой? Может, тогда тетка ослабила бы контроль? Нужно достать для Гаррета сушеные жало веретенницы, чтобы... Эй, вы! Да, вы! Не уделите мне минутку! Думаю, отыскать статую одноглазой ведьмы несложно. Ривелио! Что вы затеяли на этот раз? Когда откроется истинная сила? Ривелио! Кажется, это нужная статуя. Так, какой там был пароль? Десендиум! Ого! Кто бы мог подумать, что тут такое есть? Ривелио! Лифт. На нем можно спуститься, но он, похоже, сломан. Репаро! Кажется, сработало. Ривелио! Этот замок не перестает меня удивлять. Ривелио!
Инсайд! Ривелио! Инсайд! Я в ловушке. Как же отсюда выбраться? Ривелио! Если как-то поднять эту платформу, может, это поможет? Левиос! Нужно как-то здесь пробраться. Ривелио! Левиос! Репаро! Левиос! Инсендио! Еще один кусочек и готово. Левиос! Что-то мешает этой платформе. Ривелио! Левиос! Может, нужно применить акцию, чтобы сначала убрать эту раму с пути? Ривелио! Должно быть, это выход. Нужно придумать, как открыть эти ворота. Thank you.
Инсендер! Ривелли! Пахнет сладостями. Похоже, сладкое королевство совсем рядом. Есть ли на свете местечко уютнее Хоксмида? Сладкое королевство. Пахнет шоколадом. Так, где же искать сушеные жало веретенницы для Гаррета? Ривелио! Сушеный жало веретенницы у меня. Можно возвращаться к Гаррету. Интересно, что за новое зелье у него получится. Ривелио! 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 Мне бы не помешал. Пожертвуйте к нам, Игорь и... Ривелио! Ривелио! Немного золота.
Ривелин! Отправляетесь на поиски новых приключений? Закончились носки, так что если ваши ноги воняют, решайте эту проблему сами. Хотите осмотреться повнимательнее? Не спешите. Кажется, я раньше не говорил, но с вами приятно иметь дело. Вижу, в моде вы разбираетесь. Заходите, когда будете в наших краях. Экспеллиармус, конечно, поможет Всегда говорила, что путешествия расширяют сознание. Ривелио! Вот так. Ривелио. Полезная эта вещь, ваше руководство для вас. Новой игры! Эй, вы! Да, вы! Не уделите мне минутку внимания. Привет, Гаррет. Сушеный жало веретенец и у меня. Принес! Здорово! Достать их было непросто, и, по-моему, за потраченное время мне причитается. Конечно. Не думал, что возникнут трудности, но я охотно заплачу. Еще раз спасибо. Сообщу, как сварю первую партию летучего пива.